Старшая дочь Баяна Лагузовой Айсауле Бакытбек в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала о своих мечтах, идеальном мужчине и о многом другом. Откровение юной звезды смотрите прямо сейчас. Айсауле с самого детства под пристальным взглядом фото и телекамер. Однако девушка не поймала звезду и не стала очередной маменькиной дочкой. Блогер активно работает над собственными проектами и неизменно делится своим мнением с подписчиками в Инстаграм. Как и всегда, ее недавний пост о роли женщины в обществе вызвал очередной всплеск негодования у ятменов. Я ценю в женщинах, когда она независима от мнения окружающих и от мужчины, которые рядом, потому что в нашей стране очень сильно распространено, когда женщина не имеет буквально в смысле этого слова своей точки зрения. Я люблю независимых женщин, которые готовы мечтать, исполнять, воплощать свои мечты в реальность, которые знают, что они все смогут и верят в себя. Именно об этом я писала свой пост. А вот мужчинам, по мнению девушки, стоит наоборот быть более открытыми и ранимыми в отношениях, чаще просить прощения и устраивать сюрпризы. Да уж, сценарий точно не для ментальности наших джигитов. Мужчины у нас очень часто пытаются доказать то, что они мужики, то, что они такие классные, они готовы проехать на красный, нарушают правила, им все можно. Говорят, а вот моя баба дома сидит, потому что она такая, то, что я такой классный. Вот таких мужчин я не люблю, я не считаю их мужчинами в принципе. Я люблю мужчин, которые уважают свою семью, уважают своих друзей, уважают свою вторую половинку и не стесняются этого. Самое главное для меня – изменить мнение хотя бы одного человека, заставить его раскрыть глаза и посмотреть на ту или иную ситуацию под другим углом, призналась девушка. А как же хейтеры и уятмены Айсауле? Абсолютно никак. Мне кажется, что если обращать на все внимание, то так можно с ума сойти. Я бы, наверное, не знаю, как жила еще 10 лет назад, и тогда люди хейтили, и в школе это было, и в универе это было, и сейчас это продолжается. Но мне кажется, что это просто участь человека, который пытается хоть что-нибудь изменить. Не бывает такого, чтобы тебя абсолютно все поддерживали. Алина Ташмагамбетова, Тимербек Нугманов, хедлайнер.